Блокнот — это новая функция в Dragonframe 4. Вы можете найти их в той же области, где экспозиционные листы, наши слои. Блокнот — это на самом деле просто область, где можно писать какие-то заметки для себя. Они могут быть в виде режиссерских заметок, типа «Плечо Неда продолжает движение», «Глаза открыты в конце», или же они могут быть прикреплены к кадрам. Прикрепленные к кадру заметки будут отображаться в экспозиционном листе на кадрах, которые вы отметите. Если мы поставим номер кадра в начале строки, вот тут, 24, нет заходит в кадр, 78 восстанавливается и смотрит в камеру. Если мы перейдем в X-лист, то мы видим, что на 24 кадре будет написано нет заходит в кадр, и на 78 кадре он смотрит в камеру. Если у вас большой эпизод и много заметок разбросано, но вы хотите видеть их все вместе, вы можете кликнуть здесь на блокнот, и здесь отображаются все заметки: режиссерские, ваши заметки, заметки кадром. Если вам нужно отметить серию кадров, где происходит действие, все, что нужно сделать, это поставить тире между чистыми. Я покажу как. С 110 по 170 машет руками и прыгает, например. Теперь идем в экспозиционный лист и опускаемся вниз к этой секции. Мы видим, что кадры отмечены цветом на протяжении всей секции. Так что блокнот это такой инструмент для аниматоров, для хранения и записи каких-то быстрых заметок. И они также отображаются в экс-листе.